Rama Rama Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, chapter number 6, entitled How to Discharge Devotional Service. So Rupa Goswami began by giving 10 items which are essential, which should be done. Итак, мы читаем «Нектар преданности», шестую главу, которая называется «Как нести преданное служение». И Шрила Рупа Госвами перечисляет здесь 10 пунктов, которые являются самыми основными. And the first five were all in relation to the spiritual master. И первые 5 пунктов связаны с духовным учителем. Accepting the shelter of a spiritual master. Accepting? Yes. За исключением принятия прибежища духовного учителя. Then becoming initiated. Включая должно быть. And принятие прибежища. Да. Принятие прибежища у духовного учителя. Then following the instructions of the spiritual master. Следование наставления духовному учителю. And following in the footsteps of the spiritual teachers. Следование по стопам духовных учителей. Like this, so things which are very important, which should be done. Эти вещи, они должны быть сделаны, они очень важны. Okay, so go ahead, you can read. Эти 10 пунктов являются предварительными требованиями, выполнение которых необходимо, чтобы приступить к регулируемому преданному служению. Если преданный неофит соблюдает эти 10 принципов, ему гарантировано довольно быстрое продвижение в сознании Кришны. Yeah, so Prabhupada said, when you follow the process, then you make advancement. You get good results. И Прабхупада здесь подтверждает, что вы таким образом сможете быстро продвинуться и получить хорошие результаты. So, Krishna consciousness is a process. You follow the system. And if you follow what, if we do what we're supposed to do, then we get good results. We develop Krishna consciousness. И сознание Кришны — это система. И когда мы делаем то, что мы должны делать, то тогда мы достигаем хороших результатов в сознании Кришны. Go ahead. Ниже перечисляются наставления следующей ступени. Первое. Тщательно избегать общения с непреданными. Второе. Не давать наставления человеку, не проявляющему желание встать на путь преданного служения. Третье. Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. Четвертое. Не стремиться прочесть слишком много книг. Не следует также строить планов зарабатывать на жизнь лекциями по Шримад Бхагаватаму и Бхагавадгите или профессиональной декламацией этих произведений. Не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям, не сокрушаться о потерях и не радоваться, приобретая что-либо. Седьмое. Не относиться с пренебрежением к полубогам. Восьмое. Без нужды не причинять беспокойства ни одному живому существу. Девятое. Тщательно избегать оскорблений, которые можно нанести при повторении святого имени Господа или в процессе поклонения Божеству в храме. Десятое. Не допускать подношений в адрес Верховной Личности Бога Кришны или Его преданных. All right, so these instructions are very important. Let's go over them one by one. Итак, эти наставления очень важны, и мы сейчас разберем их, каждый разберем. First of all, it said one should rigidly give up the company of non-devotees. И первое из этих наставлений – это тщательно избегать общения с непреданными. Non-devotees mean people like Mayavadis, atheists, and demigod worshippers. And people who are not favorable to Krishna consciousness. И непреданные — это майявади, атеисты, люди, которые поклоняются полубогам, и те, которые не приветствуют сознание Кришны. If we associate with these people, then we will hear a lot of criticism about Krishna consciousness, and they may blaspheme even Krishna.
И если мы будем общаться с этими преданными, то мы можем услышать очень много неприятных вещей в отношении сознания Кришны. Они могут даже оскорблять Кришну. Шрила Прабхупада often spoke about the importance of association. He said, our spiritual advancement depends 98% on good association. И Шрила Прабхупада придавал очень серьезное значение общению. Он говорил, что наше духовное продвижение на 90% зависит от хорошего общения. And there's a verse in the scriptures which says it's better to live in a cage of iron surrounded by fire than to have to live in the association of non-devotees. И в священных писаниях говорится, что лучше жить в клетке, которую окружает огонь, чем общаться с непреданными. When we are with non-devotees, then the problem is that we will reflect their qualities, because non-devotees, and they will have qualities which are not favorable to Krishna consciousness, and it can influence a devotee. И если мы общаемся с непреданными, то мы начинаем отражать их качества, так как их качества не совсем благоприятны для сознания Кришны. So there's a common saying that birds of the same feather will be together. So if we associate with people who are devotees, it will be good for us. But if we associate with people who are not devotees, it will be very harmful for our Krishna consciousness. И есть такая поговорка, что птицы одного полета держатся вместе. И если мы общаемся с непреданными, то это может очень навредить нашему сознанию Кришны, а общение с преданными может очень продвинуть его. But when we're with devotees, topics of Lord Krishna are very pleasing to the ear and to the heart. Но когда мы общаемся с преданными, то темы, касаемые Кришны, очень дороги уху Господа. But people who are not devotees, they won't like to hear about Krishna. They will just be interested in hearing mundane topics. Но люди, которых не интересует сознание Кришны, им не интересно поднимать эти темы о Кришне, и им интересно разговаривать на какие-то обыденные темы. So it's very important to try to stay away from people who are not devotees. И поэтому очень важно держаться подальше от тех людей, которые преданными не являются. Number two. One should not instruct a person who is not desirous of accepting devotional service. Второе наставление. Не давать наставления человеку, не проявляющему желания встать на путь преданного служения. People, of course, there are people, many people like this. They don't want to know about Krishna consciousness. So don't waste their time trying to instruct them. Конечно же, есть много людей, которые не желают встать на путь преданного служения, поэтому не тратьте свое время на них. The devotee on the intermediate level is called Madhyama Adhikari. And his job is to be able to distinguish between people who are interested in Krishna consciousness and those who are not. И преданный среднего уровня, Мадхьяма Адхикари, его обязанность состоит в том, чтобы различать как раз преданных от непреданных. He will give compassion and mercy to those people who are interested and curious about Krishna consciousness. И он должен быть очень сострадателен к тем преданным, которые проявляют интерес к сознанию Кришны. But he will ignore or he will neglect people who have no interest. Но при этом он игнорирует тех людей, которые не проявляют никакого интереса. Just like a teacher will want to teach people who want to learn. He won't want to teach people who don't want to learn.
Подобно тому, как учитель хочет учить тех людей, которые хотят учиться, и не учит тех, которые... So in the same way, we don't try to give instruction to someone who doesn't want to hear. И подобным же образом мы не даем наставления тем, кто не хочет их слушать. The number three, we should not be enthusiastic about constructing costly temples or monasteries. И третье наставление не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. So, if we have a lot of money, if you have a lot of money, that's a good way to use the money. И если у нас много денег, то это хороший способ их использовать. If some devotees have great wealth, then it's a proper use. That's the proper use of wealth, to build a nice temple and to show nice worship, beautiful worship of the deities. И если у какого-то преданного есть достаточно большое количество денег, он богат, то это самое лучшее их применение — строить храмы и организовывать достойное поклонение божествам. But in the absence of wealth, you don't want to make great efforts to build big temples. Но если у вас средств недостаточно, нет больших денег, то вы не должны прилагать больших усилий, чтобы строить храм. One of the reasons is it takes a lot of work to maintain big temples. И одна из причин, что состоит в том, что требуется очень много работы, очень много усилий для того, чтобы поддерживать большие храмы. And all the money goes to maintain the temple, there's no money for book distribution and to go out for preaching. Если все деньги тратятся на храм, то не остается денег для распространения книг, для того, чтобы проповедовать. You have big costly temples and then you get a bunch of devotees who come there and they just want to be maintained, they want to live off the temple, they don't want to work. They just want to live off the temple. Guru Maharaj, would you repeat once again? You get some devotees who just take advantage of the temple for their own living, for their own maintenance. То есть могут прийти преданные, которые используют храм для своего собственного поддержания. Они живут там. Но при этом не хотят работать, не хотят идти и проповедовать. Prabhupada's spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, he was given a big building in Calcutta, a very big building, nice building. Духовному учителю Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такуру, отдали большое, огромное, хорошее здание в Калькутте. But when they got the building, then his disciples were all saying, oh, I will take this room, this will be my room, I will stay here, and I will put my office here. And they were just planning for their own comfort. И когда они приехали в это здание, то его ученики начали между собой распределять комнаты. Это моя комната, а эта комната станет моим кабинетом. Они просто использовали храм для своих собственных нужд. Достание для своих собственных нужд. They were not thinking about going up, about using, they were not thinking fully about preaching. They were just thinking more about their own comfort. И они не думали особо о проповеди, они больше думали о своем комфорте. So having costly temples or monasteries has that problem that attracts people who are just interested in comfortable living. И наличие обладания дорогостоящими монастырями или храмами становится проблемой, потому что это привлекает людей, которые хотят этим воспользоваться. But Prabhupada taught us that the ashram or the temple or the monastery is not just a place for eating and sleeping.
Но Шрила Прабхупада говорил нам, что храм, ашрам или монастырь – это не место для еды и сна. He said, this is the base for the army to go out and fight Maya. Это база для армии, которая выходит и сражается с Майей. And so, this is why we're not very enthusiastic about building big temples. Вот почему мы не проявляем слишком большого энтузиазма в строительстве больших храмов. Of course, Lord Chaitanya, he never built any temple, but he did instruct the Goswamis that they should build temple. He did? He did, yeah. Господь Чайтанья не построил храмов, но он дал наставление Госвами, чтобы это сделали они. Yeah, the Goswamis were sent to Vrindavan and live in Vrindavan, and Lord Chaitanya told them make temples and show people how to worship the deity. Госвами жили во Вриндаване, и Господь Чайтанья сказал им, вы должны построить храмы и показать людям, как поклоняться божествам. So when there's a lot of wealth, you can use it like that. Когда у вас много богатства, вы можете использовать его таким образом. But it's always a problem to manage and to maintain these things. Но всегда будет проблема каким-то образом поддерживать организацию и поддерживать существование этого места. So next thing, one should not try to read too many books, nor should one develop the idea of earning his livelihood by lecturing on or professionally reciting Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Следующее наставление. Не стремиться прочесть слишком много книг. Не следует также строить планов зарабатывать на жизнь лекциями по Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гите или профессиональной декламации этих произведений. Прабхупада told us we have to read his books, the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita, along with this book, Nectar of Devotion. He said, if we know these books, he said, this is very good. This is enough. И Шрила Прабхупада говорил нам читать его книги Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, Чайтанья Чаритамриту наравне с нектаром преданности, и этого будет достаточно. And we're also cautioned about the idea of earning money by giving lectures, being professional. И мы также не стремимся зарабатывать деньги профессиональным чтением лекций. The problem is that if you are giving lectures like this, then you simply speak to please the audience and you won't really instruct them for their purification. Если вы это делаете, то вы такие вещи, которые удовлетворят аудиторию, вы не хотите дать им наставления ради их очищения. Yeah, somebody is professional, so he will speak in such a manner to please people, to make them happy, and so they will give money. То есть профессионалы, они говорят то, что удовлетворит, порадует аудиторию, и таким образом люди будут отдавать ему деньги. But he doesn't speak for their purification. He just speaks so that they'll be happy. То есть этот человек не говорит им все эти вещи ради их очищения. Он говорит им только ради того, чтобы они были счастливы. He won't point out the faults. He won't point out their failures, and he won't tell them really what they're doing wrong. И он не говорит им о недостатках. Он просто говорит, не говорит о том, что они делают неправильно. But he would just simply tell jokes and he'll make people laugh and they'll all like him and give money. Он просто рассказывает какие-то им шутки и делает так, чтобы люди смеялись, и они все очень увлечены и дают ему деньги. So some people come
And they're just simply thinking to get the money from the people. Таким образом, какие-то люди, некоторые люди приходят, и они думают только о том, как получить от людей деньги. But the real teacher, the real preacher is one who's not worried about the money. He wants to take away the miseries of the people. Но настоящий учитель, настоящий проповедник, он не хочет взять какие-то деньги от людей, он просто хочет устранить недостатки людей. All right. So next one, number five. One should not be neglectful in ordinary dealings. Следующее, пятое наставление, не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям. We have duties, we have responsibilities, we have to take care of these things. У нас есть обязанности заботиться обо всех этих вещах. If you have a family, you have to look after them. You have to make sure, take care. The man has to keep his wife happy. He has to look after the children. У вас есть семьи, и вы должны заботиться о них. У мужчины есть жены, они должны делать все, чтобы жены были счастливы. You have to. If you have the material body, you have to take care of the body. Если у вас есть материальное тело, то вы должны заботиться о нем. You can't neglect these kind of things. Вы не можете пренебрежительно относиться к этим вещам. Right. Number six. We should not be under the spell of lamentation in loss or jubilation in gain. Шестое наставление. Не сокрушаться о потерях и не радоваться, приобретая что-то. A devotee should be equipoised. He must control the mind. We understand. Sometimes we are happy, sometimes we are in distress. И преданный должен уметь контролировать свой ум. Он должен понимать, что иногда мы счастливы, иногда мы страдаем. Sometimes Krishna gives and sometimes Krishna takes. Иногда Кришна дает, а иногда Кришна забирает. A devotee will just simply accept whatever situation he is placed in as the arrangement of Krishna. И преданный просто принимает ту ситуацию, в которой он оказывается, как то, что устраивает Кришна. And he will think, this is all due to my karma. И он думает, это все происходит из-за моей кармы. I'm suffering because of my past deeds. Я страдаю из-за поступков, совершенных в прошлом. And sometimes when Krishna gives us, when we get some gain, which we did not expect, somehow it may happen that we're very lucky, we get a lot of success, we think this is Krishna's mercy on me, that I don't deserve it, but Krishna is encouraging me. И когда мы приобретаем что-то без ожидания, что это придет к нам, когда к нам приходит какая-то удача, какой-то успех, мы должны думать, что все это устроил Кришна, все это его милость. Он хочет меня воодушевить. And sometimes we're in great trouble when we lose everything. So devotee will think, I'm meant to suffer more, but Krishna has reduced my suffering. Но когда мы оказываемся в ситуации, проблемной ситуации, и мы страдаем, мы должны думать, я должен был страдать больше, но Кришна уменьшил мои страдания. Srila Prabhupada explains, God is like a person with ten arms. If he wants to give us, he can give us so much. And if he wants to take from us, he can take everything. И Шрила Прабхупада говорила, что Бог — это словно человек, это личность с десятью руками. Если он хочет нам что-то дать, то он даст очень много, но если он хочет что-то забрать, он заберет все. So in this way, devotee learns to control the mind and not to be disturbed by the different circumstances or situations which he's placed in. И таким образом преданный учится контролировать свой ум и не поддаваться беспокойствам, которые
навязывает ему обстоятельства или ситуации, в которых он оказывается. Number seven. We should not disrespect the demigods. Седьмое наставление. Не относиться с пренебрежением к полубогам. The demigods are all empowered representatives of Lord Krishna. Полубоги — это все уполномоченные представители Господа Кришны. And they're given control over the different essential activities, the powers of our senses are all under control of different demigods. И различные наши чувства, они все находятся под контролем полубогов. Just like a demigod is in charge of our eyes, the power to see. Another demigod is in charge of the power to smell. Another demigod is in charge of digestion and the stomach. Например, одни полубоги ответственны за нашу способность видеть, за наши глаза, другие за то, что мы чувствуем, запахи, другие, третьи полубоги ответственны за то, что мы перевариваем, за силу переваривания. So every action, everything which we do, which happens in the body, there's some kind of demigod over the controlling it. И все вещи, которые мы делаем, все то, что происходит в нашем теле, все находится под контролем полубогов. So we should understand these demigods are very elevated people because they're in the higher planets, in the heavenly planets. So they have a lot of piety. They must have done a lot of pious activities to get that position. И мы должны понимать, что полубоги — это очень возвышенные личности, которые живут на высших, на райских планетах, и да, они совершили очень много благочестивых поступков, чтобы занять это положение. And the demigods are always obedient to Lord Krishna. И полубоги всегда послушны Господу Кришне. So when the demons come and attack the demigods, Lord Krishna will help the demigods to defeat the demons. И когда демоны пришли, чтобы поразить полубогов, Господь Кришна выступил на стороне полубогов. So just like we see, sometimes the demons come and they give trouble. Bali Maharaj, like that, came to conquer the demigods and take over heaven, and then Lord Krishna came as Bali Maharaj. Lord Krishna came as Vamanadev to get back the heavenly planets and give it back to the demigods. Мы видим, что иногда демоны приходят для того, чтобы сразиться с полубогами, например, как Бали Махарадж, который захватил райские планеты, и тогда Господь Кришна является как Ваманадев, чтобы победить его. So although the demigods are not pure devotees, you know, they have material desires, but still they are devotees. They are devotees and they're dear to Lord Krishna. И полубоги не являются чистыми преданными, поскольку у них все еще есть материальные желания, но тем не менее они преданы Господу Кришне и очень дороги ему. So we should learn to respect them, and we certainly shouldn't do anything against them. И таким образом мы должны учиться уважать их и не делать ничего противоречащего им. Шрила Прабхупада taught us that we should offer our respects to all living entities. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны выражать почтение всем живым существам. So especially we should respect the demigods who are doing important service on behalf of Krishna. И особенно мы должны выражать свое почтение полубогам, которые выполняют очень важное служение от имени Кришны. And we see Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling around India, he would often visit the big temples of the different demigods. И мы видим, как Господь Чайтанья, который как во время путешествия по Индии, он часто посещал храмы различных полубогов. So while we offer our respects to the demigods, we know that they're not the supreme. И когда мы
выражаем свое почтение полубогам, мы знаем, что они не верховные. We understand them as being important representatives of the Supreme Lord, and they have some service on His behalf, but they're not supreme. Мы понимаем, что они являются слугами Верховного Господа, и они все выполняют от Его имени, но они не являются сами верховными личностями. And we can, when we go to see the demigods, we can also ask them to help us to develop love for Krishna. И когда мы идем, чтобы увидеть полубога, мы можем просить их о том, чтобы они помогли нам развить любовь к Кришне. All right, number 8. One should not give unnecessary trouble to any living entity. Восьмое наставление. Без нужды не причинять беспокойство ни одному живому существу. So, you can understand, we're not supposed to kill so many insects. You're not supposed to, you know, go around killing, or you're not supposed to cut down the trees and these things, because these are all living entities. We shouldn't give them trouble. То есть мы не должны допускать убийство большого количества животных, либо срубание деревьев. Это все живые существа. И мы не должны доставлять им беспокойство. Of course, at the same time, it's also a law of material nature that one living entity is food for another. Конечно же, существует закон материальной природы, когда одно живое существо является пищей для другого. We have the material body, we have to maintain the body, we have to eat. And in order to eat, we have to sometimes take the life of different living entities. У нас есть материальные тела, и для того, чтобы поддерживать это материальное тело, мы должны что-то есть, и для этого нам приходится отнимать жизнь у других живых существ. We may take the fruit from the trees, but we offer to Krishna. So in this way, the tree benefits. Мы собираем фрукты с деревьев, но мы предлагаем их Кришне, и таким образом дерево получает благо. We take the vegetables, we take the grains, and we cook them, and we offer to Krishna. So in this way, the living entities greatly benefit. Мы собираем овощи, мы собираем зерно, готовим все это и предлагаем Кришне. Таким образом живые существа обретают великое благо. But we should not make a point of just giving unnecessary trouble to other forms of life. Но мы должны уделять внимание тому, что мы не должны причинять беспокойство без нужды другим живым существам. We can take what is necessary, but don't take more than what is necessary. Мы берем только то, что необходимо, но не более того. Number 9. One should care. One should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshipping the deity in the temple. Девятое наставление. Тщательно избегать оскорблений, которые можно нанести при повторении святого имени Господа или в процессе поклонения божеству в храме. So this is very important. Every day we have to chant the holy name. So usually in the temple we will always say the 10 offenses before we chant. И это очень важное наставление. Каждый день в храме мы повторяем 10 оскорблений перед повторением святого имени. There are three stages in the chanting of the holy name. Есть три ступени повторения святого имени. The lowest is offensive chanting. Низшая ступень — это оскорбительное воспевание. It is said, if we chant the holy name with offenses, then we'll never get the goal of the chanting, which is love of God. И говорится, что если мы воспеваем святое имя с оскорблениями, то мы никогда не достигнем цели воспевания, которая заключается в любви к Господу. So the most common offense in chanting the holy name
is to be inattentive while chanting. И самое распространенное оскорбление святого имени – это невнимательное воспевание святого имени. One of the causes of our inattention is sometimes we think chanting is not important and we don't take it seriously. И одна из причин невнимательного воспевания заключается в том, что мы думаем, что повторять святое имя не так уж и важно, и поэтому мы делаем это невнимательно. Another cause of distraction. Another cause of inattention is due to distraction. We instead of concentrating on the holy name, we're thinking more about business or about our phone and who's calling me on my phone or about our car. И другая причина невнимательного повторения – это отвлечение. Когда мы отвлекаемся на другие мысли о своем бизнесе, о том, кто мне позвонил по телефону, я думаю о своей машине и так далее. So inattentive chanting is the cause of all the other offenses. И невнимательное повторение является причиной всех других оскорблений. So very important for us to chant with full concentration. So loud chanting is helpful for that. И очень важно внимательно повторять святое имя, и громкое повторение этому помогает. If we chant the holy name loudly and clearly, it will help us to concentrate more. И если мы повторяем святое имя громко и четко, то это помогает нам больше сконцентрироваться. Don't just sit and hold the beads and don't make any sound. We have to hear. The lips have to move when we chant. Не сидите и не будьте без движения. Мы должны слушать звук нашего голоса, слышать звук нашего голоса. Мы должны, наши губы должны двигаться. We have to be developing a taste for the chanting of the holy name. We should becoming more and more eager to chant. Мы должны развить вкус к повторению святого имени. Желание повторять святое имя должно расти нас все больше и больше. And in order to develop this eagerness, we have to avoid offenses. И чтобы развить это желание, мы должны избегать оскорблений. So we said there are three stages in chanting. The first stage is offensive chanting. Then the next stage is called Namabhas, which is the shadow of the pure name. И мы уже упомянули, что есть три ступени воспевания. Первая из них — это невнимательное оскорбительное воспевание, и вторая ступень — это Namabhas, тень святого имени. It is said if you chant at the level of Namabhas, then that is the liberated stage. One is already liberated from the material nature. Говорится, что если вы воспеваете святое имя на уровне Namabhas, то вы уже находитесь на платформе освобождения. One is freed from his offenses or different sins which he may have committed in the past. These sinful reactions are removed by the chanting. На этом уровне человек уже освобожден от оскорблений и от тех греховных реакций за поступки, которые он совершил в прошлом. So to chant at this intermediate stage, we have to understand the importance of avoiding offenses, and we take care to avoid offenses. We don't deliberately commit any offense. И таким образом, чтобы повторять на этом среднем уровне, мы должны тщательно избегать совершать оскорбления. And one also understands the holy name of Krishna is not different from Krishna person. И человек должен понимать, что святое имя Господа не отлично от него самого. So then the final stage is Shudanam, pure chanting, where one has developed love of God. И третья, последняя ступень – это Шудханам, чистое воспевание, когда человек может развить любовь к Господу.
So we're encouraged to try to chant more, to always try to increase chanting and to try to chant with more care and to develop more devotion. И таким образом мы должны стараться повторять Святое Имя внимательно, стараться повторять Святое Имя больше, чтобы развить свою преданность. Lord Chaitanya quoted the verse from Brihad Naradiya Purana, Harinama, 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 Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Gatiranyat. That in the Kali Yuga, there is no other way, there is no other way, there is no other way but the chanting of the Holy Name. И Господь Читания приводит цитату из Брихад Нади Пураны. Она говорит, что в Кали-Югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания Святого Имени. So this chanting process, this chanting activity which we do every day, it's the most important part of our devotional service. И воспевание Святого Имени — это та деятельность, которую мы делаем каждый день. Это самая важная часть нашего преданного служения. So we want to do it properly. We want to avoid these offenses. И таким образом мы хотим делать это должным образом, избегая оскорблений. And similarly, in worshipping the deity, there are also offenses. Подобным же образом в поклонении божествам также существуют оскорбления. So there are many different offenses in worshipping the deity. This will be discussed later on. И в поклонении божествам также можно совершить различные оскорбления. Это будет уже обсуждаться позже. But these offenses in worshipping the deity can be overcome by the chanting of the Holy Name. Но все оскорбления в поклонении божествам можно преодолеть благодаря воспеванию Святого Имени. So it's important that one is worshipping the deity, he must also chant the Holy Name. И очень важно, как если человек поклоняется божествам, то он должен повторять Святое Имя. One shouldn't think, because I'm worshipping the deity, I don't need to chant. Or one may think, oh, I have no time to chant, I just worship the deity. That's not good. То есть человек не должен думать, что, ну вот я поклоняюсь божествам, зачем мне еще воспевать Святое Имя, или мне некогда уделять внимание Святому Имени, поскольку мне нужно поклоняться божествам. So the chanting of the Holy Name has to go along with the worship of the deity. They go together. You don't just worship the deity, you must also chant the Holy Name. То есть воспевание Святого Имени должно идти параллельно поклонению божествам. Вы не можете просто поклоняться божествам, не воспевая святых имен. And we should take care to avoid offenses. Do it properly. И мы должны очень внимательно относиться к тому, чтобы избегать оскорблений и воспевать должным образом. The two main qualities in worshipping the deity are cleanliness and punctuality. И два важных качества в поклонении божествам — это чистота и пунктуальность. Right. If the worship of the deity should be done at the same time, regularly. Поклонение божествам должно осуществляться в одно и то же время регулярно. And it should be done. We should give attention to cleanliness. We must wear clean clothes. One should be pure. You should take bath before we worship the deity. И мы должны уделять большое внимание чистоте, то есть человек должен принять душ, надеть чистые одежды. The woman should not be contaminated due to the monthly cycle. She may be contaminated during that time. She should not worship the deity. И женщина не должна быть загрязнена, то есть нужно во время цикла не подходить к божеству. So these two principles are very important. If we can keep these, if you can be very clean and pure and very punctual, then Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Would you repeat, please?
These two principles are very important, cleanliness and punctuality. And the more you keep the standards of cleanliness and punctuality, the more Krishna is present there to receive the worship. И эти два принципа, чистота и пунктуальность, очень важны. И чем больше вы соблюдаете, чем более точно вы соблюдаете эти принципы, тем больше Кришна присутствует в этом поклонении. Right? And then number 10, one should be very intolerant towards blasphemy of the Supreme Personality of Godhead Krishna and His devotees. И десятое наставление – не допускать поношений в адрес Верховной Личности Бога Кришны и Его преданных. Right. We don't want to hear any blasphemy of Krishna or Krishna's devotees. If we hear these things, it's very bad for us. И мы не должны допускать поношений в отношении Кришны и Его преданных. И если мы слышим эти вещи, то это очень плохо для нас. One should immediately leave that place where anybody is speaking anything bad about Krishna or his devotees. You must immediately leave that place. Вы должны немедленно покинуть то место, где кто-то говорит плохо о Кришне или о его преданных. If we simply remain there and tolerate and hear what people, then we will also be we will become contaminated and we will also fall down from our spiritual position. Если мы останемся в этом месте и будем продолжать слушать, будем продолжать терпеть то, что люди говорят, мы тоже загрязнимся, и это будет причиной нашего духовного падения. It's very important that we don't hear people talk this kind of things, bad, nasty things, criticizing devotees are blaspheming Lord Krishna. It's very damaging to our creeper of devotion. И очень важно, чтобы мы не слушали то, что люди критикуют преданных или просто плохо отзываются о них, либо как-то ругают Кришну. Это очень плохо для нашего духовного развития. If one is very expert in arguing and debating, you may be able to defeat them, whatever they're saying, you may be able to defeat them and prove what they're saying is wrong, then that's good. But if you're not sure that you can do that, you should just immediately leave. Better to just go away. Don't argue. И если у вас, вы уверены, что у вас есть аргументы и силы сражаться с этими людьми, то есть предоставить какие-то аргументы в защиту, то вы должны это делать, и это хорошо. Но если вы чувствуете, что у вас нет сил для этого, то вы должны немедленно покинуть это место. All right, go ahead. You can read the next paragraph. Не следуя перечисленным десяти принципам, невозможно действительно достичь уровня садхана-бхакти, то есть регулируемой практики преданного служения. Шрила Рупа Госвами перечислил 20 принципов, и все они очень важны. Однако самыми важными являются первые три из 20 – принять истинного духовного учителя, получить от него посвящение и служить ему с глубоким почтением. Okay. So, this first 20... There are actually 64 items going to be given. He's given so far 20 items. И на самом деле будут даны 64 пункта, но пока нам дали 20. So the first 20, first, and he mentions the first three to be very important. И отмечается, что первые три очень важны. Taking the shelter of a guru, taking initiation and serving him. Принятие посвящения у гуру, принятие гуру, получение от него посвящения и служение ему. No, he said these three are the most important. Эти три вещи очень важны. So самые важные. What we're hearing
These are principles of sadhana bhakti, devotional service according to rules and regulations. И все, о чем мы слушали, это принципы садхана бхакти, преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями. This is also pure devotional service. Это также является чистым преданным служением. Devotional service, there are different levels of devotional service, but it's all considered pure. Существуют различные уровни преданного служения, но все они считаются чистыми. In the very beginning, Rupa Goswami defined pure devotional service, no material desires. И в самом начале Шрила Рупа Госвами определил преданное служение как отсутствие материальных желаний. One simply wants to serve Krishna favorably. Когда человек просто хочет служить Кришне когда человек очень хочет служить Кришне благоприятно, благожелательно. So by telling us how to serve Krishna, Rupa Goswami is giving us these details, what is favorable and what is not. И рассказывая нам, как служить Кришне, Рупа Госвами уточняет, что благоприятно, а что нет. So we just want to follow this process, and we will develop love for Krishna. И мы просто должны следовать этому процессу и развивать любовь к Кришне. All right, we'll stop and we'll ask if there's any questions. Здесь мы остановимся, и есть ли какие-либо вопросы? Yes, there is a question from the chat, Lena. Дмитриева или Матаджи. Да. Хари Кришна. Дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, я слышала, что непреданные — это непроявленные преданные, то есть они могут стать преданными в этой или следующей жизни. Если человек не хочет стать преданным сейчас, но слышит мантру Хари Кришна, как, например, моя мама, я ее угощаю прасадом, она была в храме, даже жжение неосознанное совершила, но она не собирается становиться преданной. Я хочу спросить, когда проснется такая душа, как это происходит? Должна ли я волноваться за таких живых существ или это все план Кришны? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I've heard that non-devotees are not manifested devotees, so they can become devotees in this or the next life. If a person doesn't want to become a devotee, but hears the Krishna mantra, Hare Krishna mantra, like my mother, she eats prasadam, she has been to the temple, even performs some unconsciousness service, but she's not going to become a devotee. When will such a soul wake up? How does this happen? And should I be worried about such living entities, or is this all Krishna's plan? Well, we can't say it's Krishna's plan. That's not right. But we say everyone has independence. They can choose to be a devotee or not. Мы не можем сказать, что это план Кришны, поскольку у каждого есть независимость, и он может выбирать, быть в сознании Кришны или нет. Krishna doesn't force anyone that they have to serve him. He creates this material world for all the rebellious souls to live here. И Кришна никого не заставляет служить ему, и он создал этот материальный мир, чтобы для всех этих бунтарских, да, непокорных душ, чтобы они здесь жили. In the Bhagavad Gita, Krishna describes four different reasons why people will surrender to Krishna. And he mentions about people in distress, people in search of wealth, people curious, and people in search of knowledge.
И в Бхагавад-гите описываются четыре типа людей, которые ищут Кришну. Люди, которые находятся в страдании, люди, которые любопытны, которые ищут богатства, и те, которые ищут знаний. So these people are all, they have some material desire. They're not pure devotees, but they come to Krishna. И все эти, у всех этих людей есть материальные желания, они не являются чистыми преданными, and they should come to Krishna. Yeah, the four reasons, these four kinds of people, they all come to Krishna. They've come to Krishna. И все эти четыре типа людей приходят к Кришне. And so other people will come, they can come to Krishna by the mercy of a devotee. They may get a lot of mercy from a very powerful devotee. That can also bring people to Krishna consciousness. И люди, которые не относятся к этим категориям, также могут прийти к Кришне благодаря милости какого-то могущественного преданного. But even we see sometimes great devotees who may give mercy, and somebody they won't take advantage of the mercy of the great devotee. Но иногда мы видим, что даже какой-то великий преданный раздает свою милость, но люди не могут получить от этого блага, поскольку они эту милость брать не хотят. So it's up to Krishna. Ultimately, Krishna chooses his devotees who comes to him. И таким образом это все зависит от Кришны. Кришна выбирает тех преданных, которые к нему приходят. When he sees somebody really looking for something, really desiring, then Krishna makes arrangements to help them. Если Кришна видит, что человек что-то ищет, и у него есть действительно есть желание сильное, то Кришна все устраивает для этого должным образом. And other people, they have no desire, they don't want any, you know, they're just comfortable in the material world, so Krishna just leaves them. И другие люди, у которых есть материальные, нет желания прийти к Кришне, они просто хотят наслаждаться и жить комфортно в материальном мире, то Кришна просто оставляет их в таком состоянии, как есть. It's not an easy thing to know what is Krishna's plan and who's going to get devotional service. И не так-то просто узнать, каков план Кришны и кто получит преданное служение. We have to be thankful that we could be devotees. Мы должны благодарны быть за то, что мы можем быть преданными. And we're still trying to be devotees. Мы все еще пытаемся быть преданными. And if you're a devotee, then your mother also benefits. И если вы преданные, то ваша мама от этого тоже because she hears you chanting the holy name, she sees Krishna's pictures, and you give her prasada. Потому что она слышит, как вы воспеваете святое имя, она видит изображение Кришны, вы угощаете ее прасадом. So she's also benefiting. Поэтому она тоже получает от этого благо. We have to be thankful for that. И мы должны быть благодарны за это. All right, Hare Krishna. Another question? Hare Krishna. Yes, another question from chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, слава Шри Прабхупаде. Шри Прабхупада говорит, что мы должны принимать руководство старших преданных, но по некоторым причинам преданные не могут этого делать. Что им делать в этом случае? Hare Krishna, Guru Maharaj, devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Shri Prabhupada. Srila Prabhupada says that we should accept guidance of senior devotees, but for some reasons, devotees cannot do that. What should they do in this case? Cannot accept the guidance of senior devotees? Yeah. But for some reason you cannot do that? What should...
Матаджи Киртида. Уточните, пожалуйста. Well, what should they do in this case? Well, then they have to chant, they have to read Prabhupada's books and be guided by Prabhupada's books. Они должны воспевать и читать книги Шрилы Прабхупады и следовать наставлениям из этих книг. Somehow they know about Krishna, they accepted somebody's guidance to learn about Krishna, they came to Krishna consciousness, so somebody, they heard some from somewhere, and they accepted somebody's guidance. А в конце концов они же от кого-то услышали от Кришны, благодаря этому пришли в сознание Кришны, то есть они приняли чьё-то руководство. They don't want to commit themselves fully. They don't want to surrender and take shelter of a guru like that, but at least let them read Prabhupada's books. Да, они не хотят погрузиться в это во все полностью, но тем не менее они могут читать книги Шрилы Прабхупады. Not everybody is going to come forward and go the whole way and become initiated and so all of these things. But some people, they just want to be congregation. They just want to be a friend of Krishna. Не все люди хотят идти вперед, получать инициацию и так далее. Но кто-то хочет просто оставаться в общении, просто быть другом преданных. So encourage them to keep coming to temple and chanting, take prasadam. Просто воодушевляйте их продолжать приходить в храм, воспевать и принимать просад. And encourage them to give donation to the temple also. И также воодушевляйте их давать в храм пожертвования. And this will help them to progress. Это поможет им прогрессировать. We have to understand different devotees. There are different people who come to different levels. Not everyone will go the whole way and become initiated. So on. So we have to understand what is their level, what is their capability. И мы должны понимать, что не все люди дойдут до конца, не все люди способны пройти этот путь и дойти до посвящения. Есть разные уровни, поэтому мы должны понимать эти уровни в них и понимать их способности. So they're not able to take instruction from senior devotees. Okay, at least let them come to temple. They can still come to temple. И если они не хотят принимать какие-то наставления старших преданных, ну хорошо, пускай они просто хотя бы приходят в храм. They can still join the kirtan and chant Hare Krishna, and they can hear the lectures. Они могут же петь киртан, оставаться в храме, петь киртан, слушать лекции. So just you have to become expert in knowing how you can engage them, what you can do with them, and what you can't. И вы должны стать экспертом в том, как их привлечь, что вы можете делать, а что не можете. Yeah. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Another question. Раджарани Матаджи, ваш следующий вопрос. Раджарани. Hare Krishna. Раджарани Деви, да? Hare Krishna, мы с передним поклоном примите вопрос про профессиональных чтецов. Мы здесь говорили не раз. Вопрос, как быть в проповеди, как продолжать? Профессиональные чтецы, они ездят из города в город по России, давая, утверждая в умах людей преданных телесную платформу. И потом преданные защищают профессиональных чтецов. А чистой проповеди думают, что это фанатизм. Как быть в такой ситуации? Потому что чистота идет на спад, уходит и не признается в умах преданных двойственность постоянно, а двойственность это боль. То есть просто продолжать и не переживать, или переживать? Если переживать, то как? Спасибо, Хари Кришна.
Hare Krishna, Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, we discussed professional, these professional readers, and how should we preach, how to continue. Professional readers travel from city to the city across Russia, across Russia, giving the different lectures, bodily platform, and all this in minds of devotees. And then the devotees protect the professional readers. Pure preaching is considered as fanatism. What to do in such a situation? Because purity goes away and it's not recognized. There is always duality in the minds of devotees, and duality is the gunas. Just keep going and not worry, or worry. If we should worry, then how? Thank you. Well, we have to understand there are different classes of people. Not everyone wants to hear pure preaching. Мы должны понимать, что есть различные классы людей, и не каждый хочет слушать чистую проповедь. And so, for the sincere souls, who there will be pure preachers coming, and the sincere souls will come and hear them and take advantage from by hearing from them. И чистые души, когда приезжает такой проповедник, он преданный, да, проповедник, они приходят и слушают проповедь. Other classes of people, the professional reciters, they're coming and they're speaking. So at least they're giving people an opportunity to hear, although they may not be hearing the pure devotee, the highest, on the highest platform. They're hearing something. The name of Krishna will be spoken. The pastimes of Krishna will be discussed. Some benefit is there. Но люди, которые являются профессиональными чтецами, они дают другим возможность хотя бы что-то услышать. Возможно, будет сказано на лекции, да, там упомянутое имя Кришны, либо какие-то затронутые темы, связанные с играми Кришны. То есть будет хоть что-то услышано людьми. Gradually, people will become more awakened to what is the real goal of hearing the scriptures. И постепенно люди пробудятся ради для того, чтобы слушать, услышать реальную цель священных писаний. So we try to encourage everyone. We know not everybody wants to follow all the rules and regulations, and they think, oh, it's too strict, oh, it's too much. И мы не воодушевляем всех подряд, да, потому что не все хотят слушать о каких-то правилах и предписаниях, потому что люди думают, что они слишком строги и что их слишком много. There was this one American man in Prabhupada's time. His name was Allen Ginsberg. So he was a very popular figure in the 1960s when Prabhupada had gone to America. And he was chanting Hare Krishna, and he met Prabhupada. И во времена Шрилы Прабхупады была такая известная личность в Америке Аллен Гинзберг, который вот как раз, когда Прабхупада приехал туда в 60-х годах, он, этот человек, он повторял Хари Кришну. He had gone to India, even Allen Ginsberg had gone to India, and he'd been chanting Hare Krishna and playing harmonium. But at the same time, he wasn't following any rules or regulation. Аллен Гинзберг ездил в Индию, он повторял святое имя, играл на физгармонии, но тем не менее он не соблюдал никаких правил предписаний.
Because it was the 1960s, and there were a lot of young people, like we would call them hippies, and they would take drugs and they would do a lot of sinful activities. So how Allen Ginsberg was like one of their leaders. Поскольку в 60-х годах было очень много людей, молодых людей, которые называли хиппи, и они принимали наркотики и занимались всякими другими видами греховной деятельности, и Аллен Гинзберг был так называемым их предводителем. So he liked Prabhupada, and he helped Prabhupada to get visa to stay in America. He gave money even to help to pay for Prabhupada's immigration into America, so he could get, you know, a green card that he could come to America whenever he liked. И Прабхупада ему очень нравился, он помог Прабхупаде получить визу в Америку, получить эту зеленую карту, green card, чтобы остаться на территории Америки. So he said to Prabhupada, he said, Prabhupada, you're very conservative. You have so many rules and regulations. И он говорил Прабхупаде, вы слишком консервативны, у вас так много правил и всяких предписаний. But Prabhupada said, no, he said, no, I said, I'm not conservative. He said, I'm only giving you very basic things. He said, if I was really telling you everything you had to do, you'd never be able to be a devotee. И Шрила Прабхупада говорил, нет, я даю вам только очень базовые какие-то вещи, поскольку если я вам действительно скажу все правила и предписания, то вы никогда преданным не сможете стать. So, Rupa Goswami also mentioned, somehow or other, get people attracted to Krishna. And the rules and regulations come later. И таким же образом Шрила Рупа Госвами говорит то, что хотя бы как-то привлечет людей, правила и предписания уже будут даны позже. So this is the idea. Get people to come, get them to chant, get them to eat prasadam. Gradually you introduce the rules and regulations. В этом состоит вся идея, чтобы позволить людям приходить, позволить людям вкушать прасад и постепенно уже We know it's very difficult for people, for many people, for a lot of people, they find great difficulty to follow all the rules and regulations. И мы знаем, что для большинства людей очень сложно следовать всем правилам и предписаниям. So let them come and chant and hear something about Krishna. The main thing is chanting and taking prasadam. Поэтому нужно просто им позволить приходить и воспевать Святое Имя, слушать о Кришне. И основные вещи — это воспевание и вкушение прасада. And gradually, when people become, as they become a little more serious, then you introduce some rules and regulations. И постепенно, когда люди станут более серьезными, вы дадите им какие-то правила и предписания. So these people, professional reciters, if they're able to attract big audiences, very good. Then we can pick up some of these people and bring them to pure devotional service. И отлично, что если есть какие-то профессиональные чтецы, которые могут собрать большую аудиторию, и куда где будут какие-то люди, которые заинтересуются, и мы можем взять этих людей и представить им сознание Кришны. Yeah. Any other question? Yes, there is a question in the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вы сказали, что полубоги не являются чистыми преданными. Получается, что им придется принять новое рождение, чтобы стать чистыми преданными? Это должно быть рождение только в человеческом теле? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble businesses. You've said that the demigods are not pure devotees, so they'll have to take a new birth to become a pure devotee. To become pure devotees, does they have to be born only in a human body? Thank you.
Well, in the fifth canto of Srimad Bhagavatam, it describes that the demigods are actually praying that they could take birth on earth in Bharatvarsh. В пятой песне Шримад Бхагаватам говорится, что полубоги молятся о том, чтобы принять рождение в человеческом теле в Бхаратварше. Because from Bharatvarsh they can go back to Godhead directly. Потому что из Бхаратварши они могут отправиться сразу к Господу. But to go back to Godhead from the heavenly planets, very difficult. They have to wait for the end of Brahma's life, and at the end of Brahma's life, if they go to Brahma Loka, then they can, maybe at the end of Brahma's life, they can go back to Godhead at that time. Но если они захотят отправиться к Господу напрямую с райских планет, то это займет у них очень много времени, потому что им придется ждать окончания жизни Брахмы. И только тогда, возможно, они смогут это сделать. But the special feature of Bharatvarsh, the human body and Bharatvarsh, is you can go directly back to Godhead. Но особенность человеческого тела в том, что проживая в Бхаратварше, вы напрямую можете отправиться к Богу. You don't have to wait for the end of Brahma's life. Вам не нужно ждать окончания жизни Брахмы. So that's why the demigods want to come to take birth here. И именно поэтому полубоги приходят, чтобы принять рождение здесь. Some demigods, they may go on become pure devotees, but generally the heavenly planets, there's so much sense gratification. It's very difficult to be pure. И иногда полубоги становятся чистыми преданными, но в действительности на райских планетах это сделать очень сложно, поскольку там слишком много чувственных наслаждений. So this earth planet is better because it's not so heavenly and it's not too hellish. И эта земная планета, она гораздо лучше, потому что она не слишком райская и не слишком адская. All right. Yeah, another question. Следующий вопрос, Марина Матович, вы хотели задать. Матович, Марина. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Со славы Шиле Прабхупаде, это Марина Матаджи, Китай, город Санья. Скажите, пожалуйста, как можно устроиться на Санкиртану, если нет опыта и нет рядом человека, который бы мог поделиться опытом? Если есть желание распространить книги, но беспокойство по поводу того, что нет знаний в этой области и опыта. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble businesses, all glories to Шиле Прабхупаде. This is Marina Mataji from China, Sanya. Please, Guru Maharaj, please tell me how you can tune into the Sankirtana if there is no experience and there is no any person nearby who could share the experience. There is a desire to distribute books, but concerned that there is no knowledge in this area and experience. Thank you. Well, you can experience kirtan, you play kirtan, you just play recordings of kirtan, you have videos of kirtan, and you join the kirtan on the video. You mean in Sankirtana, if Mataji wants to distribute books? Well, okay, if you want to distribute books, well, you have to get some books. То есть у вас должны быть какие-то книги? You have to get some books. There are books available different places. You can get some books and you can, you know, you have to arrange that. You have to contact. But she has no experience. So what to do? You don't need experience. You just get the books and you go and meet people.
Для этого не нужно иметь какой-то опыт, вы просто берете книги и встречаетесь с людьми. Yeah, you just go, get the book and you give it to someone and say, that this is a nice book, why don't you read it? Просто берите книгу и говорите, это хорошая книга, почему бы вам ее не прочитать? You don't need anybody to train you. You can just simply go and you make friends and show them the book, tell them about Krishna. Вам не нужен кто-то, чтобы как-то обучать вас. Вы просто берете книгу, вы заводите дружбу с людьми и предлагаете им книгу о Кришне. Ask people, do you know about yoga? Are you interested in yoga? Просто спрашивайте людей, вы слышали, что, вы знаете, что такое йога? Вас это интересует? You should read this book. Вы должны почитать эту книгу. You can ask them, do you have peace of mind? Do you have control over your mind and senses? If not, you should read this book. Вы можете спросить их, вы умиротворены, ваш ум спокоен, если нет, то вы должны, вы можете контролировать свой ум, если нет, то вы должны прочитать эту книгу. You don't need experience to do this. Вам не нужен опыт, чтобы этим заниматься. You can give the books free if you want. If you want to get money from it, then you have to tell them. You know that if they ask you how much does the book cost, you can tell them, give some money. Yeah, it costs money, whatever you pay for it. Get them to give the money. Then they get more benefit. Tell them, we're not rich, you're not rich. So if you give money for the book, then it's appreciated. И вы можете раздавать книги бесплатно, но если вы хотите получать за них деньги, то вы так и говорите, эта книга столько стоит, и люди, отдавая деньги, будут получать от этого только благо. As soon as you start doing it, you'll see it becomes easy. И как только вы начнете это делать, вы увидите, что это станет все легче. You're thinking it's so difficult, but as soon as you start to do it, it's so easy. Вы думаете, что это сложно, но как только вы начнете этим заниматься, вы увидите, что это легко. You meet people, you can talk to them, make friends. Вы встречаетесь с людьми, вы можете с ними разговаривать, заводить дружеские отношения. Laugh with them, joke with them. Смеяться с ними, шутить с ними. You can meet some nice people. Вы можете встретить замечательных людей. Okay, another question. Yes, Анастасия, Матаджи, вы хотели вопрос задать? Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, все слава Шрили Прабхупаде. Это Анастасия, Владивосток. У меня вопрос. Я хочу развить вкус к воспеванию святых имен и чувствую, что сейчас, повторяю, очень оскорбительно, невнимательно. И я бы хотела вас попросить, чтобы вы поделились вот личным своим опытом, как вот вы воспеваете, да, и на что вот именно уделять внимание, то есть в чтении святого имени, и как именно развить, да, этот вкус. То есть пока у меня нет его. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. It's Anastasia from Vladivostok. I want to develop taste to chanting of all names, and now I'm chanting unattentively, and I want you to ask about your experience. How do you develop your taste in chanting, and how to do it in a proper way? Well, the main thing is to practice, to do it regularly, to do it every day, and practice for at least 2 hours every day. И главная вещь — это практика, и нужно делать это регулярно, по меньшей мере 2 часа в день.
You have to just keep, you have to be very determined that you're going to do this. When you ideally, you should get up early in the morning. Do it first thing in the morning when you wake up. After taking bath, then you sit and you chant. И вы должны быть очень нерешительно настроены для того, чтобы это делать. Идеальным было бы, если бы вы вставали рано утром, принимали бы омовение и садились воспевать. So it takes some practice. You just have to be very serious that you're going to do that. If you have a strong determination that I want to do this, so then you make time every day to do this. То есть для этого, если у вас есть большая решимость, вы просто делаете это каждый день. Я выбираю время, чтобы этим заниматься. Love of Krishna is in your heart, but you have to awaken it. And you have to awaken it by chanting. Любовь к Кришне находится в вашем сердце, но вы должны ее пробудить через воспевание. So if you do this chanting carefully, you will see, it will happen. You will develop your nice chanting. You will become a good devotee. И если вы будете делать это регулярно, то вы станете, вы будете воспевать очень хорошо, и вы станете замечательным преданным. So you have to make a promise to yourself that you're going to do this every day. For 2 hours you have to chant without distraction. Поэтому вы должны дать себе обещание, что вы будете делать это каждый день в течение 2 часов, не отвлекаясь, и делать это очень внимательно. And your husband can also chant with you. А ваш муж тоже вместе с вами повторяет? Да, муж повторяет. Он повторяет мантру, и вот единственное, что мне больше удобно, чтобы я сидела и не двигалась бездвижно, а он повторяет, вот как бы ходит туда-сюда, туда-сюда. Yes, he is, but only there is only difference. I like to sit without any moving, and he likes to move around. Okay, let him move around, and you sit. Да, нормально, пусть он ходит, а вы сидите. But don't talk, just chant. Но не разговаривайте, просто воспевайте. See if you can do that. Скажите, если вы можете сделать это. Many couples, they chant a bit, and then they talk, and then they chant a bit, then they talk. It's all back and forth all the time. They're not concentrating on the chanting. Многие пары, они как во время воспевания, они повторяют, потом поговорят, то повторяют, снова поговорят. То есть они не могут сконцентрироваться на воспевании. So you have to really concentrate. Поэтому вы действительно должны сконцентрироваться. Use the tongue just to chant the holy name. Повторяю Святое Имя. Просто повторять его. Ну да, муж, он отвлекает меня, я поэтому в другую комнату уже переехала. Да, yes, husband disturbs me in this way, so I just moved to another room. Yeah, I know, it's not easy when you're a couple. Да, я знаю, не так-то просто, когда вы вместе, когда вы пара, в паре это делать. Anyway, you have to try. Ну, в любом случае, вы должны попытаться. Можно еще один вопрос? Да. Вот мы сегодня обсуждали, что проповедовать славу Святого Имени неверующим. То есть это второй пункт, не давать наставления человеку, не являющему, да, то есть не проявляющему желание встать на путь преданного служения. А как вот быть в той ситуации, когда мы выходим на санкиртану, на улицу, да, там же люди неверующие, то есть иногда попадаются
православные христиане, которые говорят, что вы нам тут своего вот Бога даете, а у нас есть Иисус, и как бы, ну, пренебрежительно отталкивают. Как вот в этой ситуации себя проявлять? То есть у меня вот опыт сейчас санкиртаны, что иногда я выхожу распространять книги в центр города, и вот сталкиваюсь вот с такой ситуацией. То есть как вот в данной ситуации быть? То есть не является ли это оскорбительным, да, что вот мы, допустим, человеку неверующему пытаемся проповедовать? And we today we talked about not to give the instructions to a person who doesn't want to hear it. So I have an experience. I had an experience that I went to the center of the city to distribute books, and there is a situation when a lot of situations when these peoples are Christians, and they say, why do I need your God? Why do I need to hear about your God? I have my own God, and it's Jesus. Why do you want to just encourage me in such kind of things that I don't want to? How we should, what should we do in such kind of situations? Is it not this kind of things that we just give the knowledge to those who don't want to take it? Is it an offense or not? Well, if they don't want to take it, how can you give it to them? Yeah, you don't want to. If you, you... Is it an offense or not, actually? Well, if they take it, the point is, how are they offended by you giving it to them? They didn't want it, but you forced them to take it. Здесь вопрос в том, как они это знание принимают. То есть они не хотят это слышать, но вы заставляете их об этом слушать и принять. Yes. Не совсем не то, чтобы я заставляю, не заставляю. То есть вот здесь же мы обсуждаем, что не давать наставление человеку, не проявляющему, да, интерес. А если брать поток в городе, то это такое чувство, что это все не, ну как, не проявляющие интерес люди. И ты идешь с книгами, и либо Кришна, он посылает тех людей, которым все-таки это нужно. Вот как здесь вот в этой ситуации? Вот, Not actually that you just force people, but you don't understand who of them. There's a lot of people on the street, and you really don't understand who of them interested in it, or who is not interested, or just Krishna sent. That person that he wants to give them the knowledge, and the person wants to take it. I want to understand this, these things. Oh well, if you want to give the knowledge and somebody wants to take it, then there's no harm. That's good. И если вы хотите дать знание, кто-то хочет его взять, то здесь нет ничего страшного, это хорошо. But you want to have a friend, make friends. You don't want people to be, you know, really angry at you. Но вы хотите вступить с людьми, завязать с людьми дружеские отношения, при этом вы не должны поступать так, чтобы люди злились на вас. And somebody says to you, you know, I have my own God. You say, oh, very good. You can just say, very good. Oh, that's good. You believe in God. You know, most people today, they don't believe in God. I also believe in God. You should tell them. You want to find things which you have alike with them. They say, oh, you believe in God too? I also believe in God. And of course, you know, they have a different God, or they think God is different. But actually, there's only one God. He has many names.
И если вам люди говорят, ну, у меня есть свой Бог, и я верю в Него, и вы говорите, о, отлично. То есть вы не должны переубеждать людей в том, что люди верят в то, что есть разные боги, хорошо, пусть, но мы знаем, что Бог один, у Него просто различные имена, и вы просто должны сказать, о, вы верите в Бога, я верю в Бога, здорово. Потому что есть много людей, которые в Бога вообще не верят. You call your God Jesus or Jehovah, we call God Krishna. It's good, we both believe in God. Вы зовете Бога Иисус или Иегова, а мы зовем Его Кришна, и это мы оба верим в Бога, здорово. Like this, you can try to make a little friendship with people that say, I'm very glad to meet somebody who believes in God. You know, most people today, they don't believe in God, they're atheists. И таким образом вы заводите с людьми, вступаете с людьми в дружеские взаимоотношения, то есть говоря им о том, что я очень рада встретить человека, который верит в Бога, потому что в наши дни многие в Бога не верят, много атеистов. So this is how to deal with that kind of situation. Ну, вот таким образом можно вести себя в таких ситуациях. All right. Any да, other... благодарю. Yeah. Thank you very much. Yeah. Any other question? Yes, there is a question from chat. Матаджи, вы его вслух хотите задать или нет, Марина Матаджи? Да, если можно вслух. Спасибо. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Еще хотела спросить про настройки перед джапой. Сейчас очень много вижу информации про настройки. Нужны ли все эти настройки? Сегодня вы говорили, что можно читать перед джапой 10 оскорблений святого имени, и после мы можем читать джапу, если мы дома, а не в храме. Спасибо. Хари Кришна. Вопрос, то есть, Матрич, можно уточнить? То есть вы имели в виду, что если мы дома, то нужно ли читать эти 10 оскорблений или как? Да, хотела просто спросить, как вот дома настраиваться. Нужны ли вот дома нам вот эти все настройки? И если нужны, но вот сегодня вот услышала, что можно читать 10 оскорблений. Спасибо. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I also wanted to ask about the how to just what to think before, what to do, how to just set up our mind before the japa. Now I see a lot of information about these kind of things. Do I need to do all these things? Today you said that we can read, it's a temple, we should read 10 offenses before we chant our name. And what should we do at home? Should we do the same, just read 10 offenses of whole name and then chant our japa? Yeah, it's nice. What should we need yes, to do? It's good to... How we can just set up our mind. You should know the 10 offenses. You should know them. You should have memorized them. Да, вы должны знать 10 оскорблений, вы должны помнить их. It's important. Это важно. So every day, if you say them every day for a while, and then you would start to remember them, and then once you know them, then it's okay. То есть, если вы будете на них каждый день смотреть, то вы постепенно их запомните, будете их знать. But even then, even though I know them, still every morning we go to temple, we will say the 10 offenses. Но даже тем не менее, зная их, мы каждое утро приходим в храм и повторяем эти 10 оскорблений. Because it's a good preparation for the mind, that now I'm going to chant. Потому что это хорошая подготовка ума к тому, что сейчас я собираюсь читать джапу. Okay, yes? Да. And you should also... Before we chant, we should offer obeisances to Prabhupada and pray to Prabhupada that we can chant nicely. И также перед воспеванием мы должны приносить свои поклоны Шриле Прабхупаде, молить Шриле Прабхупаду о том, чтобы воспевать очень хорошо.
Help me avoid the 10 offenses. Help me to chant with attention. Помоги мне избежать 10 оскорблений. Помоги мне воспевать внимательно. Yes. Another question? There is no questions in the chat. Oh, okay. All right. So we'll finish here today. И сегодня мы здесь закончим. Thank all of the devotees for coming and participating, for all your questions. Thank you very much. Спасибо всем большое, преданные, за ваше участие. Спасибо всем, что пришли. Please take care, keep healthy, stay away from the COVID. Пожалуйста, будьте очень внимательны, следите за своим здоровьем, пожалуйста. Будьте осторожны с ковидом. And look forward to being with you all again next week. И я надеюсь, что мы со всеми вами увидимся на следующей неделе. Okay. Srila Prabhupada ki. Чай. Горбай. Чай. Чай. Прощение. Thank you very much. Okay. Thank you, Tatiana. Hare Krishna, Guru Maharaj. Accept my humble obeisances. Thank you very much. Jai. Haribol.